вот опять гуляем. Сегодня что, уже среда? Не, четверг сегодня. 10 июня. Классно. Пойдем прогуляемся. Да, четверг сегодня. Или по-польски чвартак. Как говорится, кто жил в Англии и не выучил польский язык, тот и не жил в Англии. Много людей сюда приезжают отдыхать. В основном кататься на досках. Как это называется? Серфинг? Раньше, я помню, был виндсерфинг. То есть доска с парусом. Но здесь я почему-то этого не видел. Не знаю почему. Может быть, это уже не модно? А на досках катаются здесь много людей. Видимо, здесь какие-то школы для начинающих. Ну, пойдем дальше смотреть на мыс. Продолжаем движение. Вера вперед рванула. Вот впереди скульптура динозавра. Табличка, что приватная земля дальше. Судя по дороге, точно приватная земля начинается. Кактус торчит, а наверху дом в виде летающей тарелки. Кто-то изощрялся. Может быть, художник какой-нибудь. Интересный дом или что-то, сооружение какое-то. В конце концов, я узнал, что это отель Калифорния. Ну, не отель, а какой-то дом. Хотя, проходя рядом с ним, там написано, что это частная земля. И меня немножко перестал снимать телефон. Какая-то мистика. Там видно вырубленный бассейн в скале. И нету людей. Какое-то мистическое место мне показалось. Кстати, даже очень как-то неприятно себя чувствовал, проходя мимо. Ну, в Англии много разных домов с привидениями. Может быть, это один из них. Точно сказать не могу. На вершине мыса. Здесь до Франции гораздо ближе, чем до Лондона. Чудесное место. Идем, а здесь заросли можжевельника. Можжевельник такой большой, как просто карликовые деревья из можжевельника. А в можжевельнике в этом живут зайцы. Зайцев не видела? Но одного зайца я увидел. Правда, он был мертвый. Видимо, умер от ковида. Ну, позже я немножко расскажу про историю Корнуэлла. Я, конечно, не историк. Так, балуюсь уже долгое время. Ну вот, возвращаемся в гостиницу, уже погуляли. Погода, конечно, не очень хорошая. Солнца нету. Не могу сказать, что холодно, но и не жарко. Ой, птички тут разные. Вон сидят. Что за птицы? Возвращаясь в гостиницу, забрели на какое-то кладбище. Кладбище старинное, находится около гольф-клуба. Интересно, сочетание гольф-клуб и старинное кладбище. Думали, пройдем насквозь, видели, какая-то тропинка ведет, но не получилось. Пришлось вернуться обратно и идти по цивильной дороге. Не пройдем мы здесь. Чуть как бы осталось, но здесь мы пройдем. Вот вышли опять на цивильную дорогу, возвращаемся в гостиницу. Магазин Спар
кстати, стал немножко дорогим. Дороже, чем в Сансбери. Но это, видимо, не мелкий магазин, поэтому там и дороже. Масса припаркованных машин. Вот одна новенькая машинка BMW. Кстати, хозяин машины какой-то человек из Пакистана. А в слугах у него англичанин. Жизнь меняется. Это наша гостиница. Неплохая, не хорошая, но плюс с видом на море. Выйдешь так кофе попить, сигареты и на море посмотреть. Что меня привлекло в Корнуолле, это заборы около домов. Я таких заборчиков не видел. Очень интересно сделано. Потому что внутри забора можно потом рассаживать цветочки разные и другие растения. И это выглядит очень красиво. Получается не какая-то каменная изгородь, а изгородь уже с цветочками. Красиво. Мне понравилось. Интересная идея. Уже зашли мы в магазин, чтобы купить какой-то подарок, сувенир. Набор корнуэльских сладостей, чего-то алкогольного с испанским вином, где-то 53 фунта, кажется, стоит. 52 фунта стоит. Ну, возьму вообще набор. Еще и с испанским вином. Где с испанским? Ну, вон, вон. Это испанское, кажется, да, российское. Тут уже допрыгался. Тут недавно в Англии стал новый спорт популярен. Прыгать со скал в воду. Но он недавно. Спорт это называется костер. Типа что-то с берега, берега. Непонятно, не перевести. Интересно, в моем детстве было модно лазить по деревьям. Интересно, как бы этот спорт назывался бы в наше время. Не могу представить. Туристов лодочка катает, а люди продолжают прыгать со скал. Весело. Но странное развлечение, очень странное. Во всяком случае для меня. Ну а сейчас немножко об истории Корнуэлла от непрофессионала. В течение Железного века Корнуэлл, как и всю Британию, населяли кельты, известные как бриты, которые имели особые культурные связи с соседней Британией. Первое упоминание о Корнуэлле принадлежит сицилийскому греческому историку 1 века до нашей эры. Диодору Сицилийскому, предположительно цитирующему или перефразирующему географа 4 века до нашей эры Пифея. Итак, что пишет Пифей? Жители той части Британии, которая называется Белерион, это край земли, благодаря общению с иностранными купцами ведут цивилизованный образ жизни. Они добывают олово, обрабатывают землю. Затем торговцы привозят его в Галлию. Путешествуя по суше, в течение примерно 30 дней они доставляют свои грузы на лошадях к устью реки Роны. Река Рона – это Франция. Личность этих купцов неизвестна. Было высказано предположение, что они были финикийцами. Ох уж эти финикийцы, везде они были.
Но доказательств этому нету. Существуют изотопные данные, подтверждающие, что оловянные слитки, найденные у побережья Хайфы, это сегодняшний Израиль, были доставлены из Корнуэлла. В кельтское время Корнуэлл населяло племя думнонов. Их племенная столица располагалась на территории нынешнего графства Девон. В годы римского правления оно подверглось минимальной романизации, и вся экономическая деятельность на полуострове сводилась к добыче олова и его вывозу через несколько небольших портов. Ни стратегических дорог, ни крупных поселений в Корнуэлле не было. Думноны сохраняли привычный уклад жизни. Согласно легендарным источникам, они сохраняли даже собственную династию правителей, затем ставшую королями Думнони. Это кельтское название полуострова. Слово «Корнуэлл» уже саксонского происхождения. В эпоху раннего Средневековья Думнония была самостоятельным кельтским государством. Однако постепенно была завоевана Уэссексом. В конце VI века саксы захватили и в течение IX века полностью подчинили эту территорию. В эти времена начался массовый исход бритов в Бретон на северо-запад современной Франции. Одной из областей Бретони было названо Корнуэлле. В 1013 году Уэссекс был присоединен к датскому королевству. Но Корнуэлл смог сохранить независимость, обязавшись ежегодно выплачивать Дании определенную сумму. В правление Эдуарда Исповедника Корнуэлл вошел в состав Англии, и все его земли сменили владельцы. Остатки самостоятельности Корнуэлла были ликвидированы к середине XI века. В книге «Страшного суда» среди крупных землевладельцев бритов уже не осталось. Бриты Корнуэлла сохраняли остатки независимости до 1045 года. По одной из версий, действия в легендах о короле Артуре разворачиваются именно в Корнуэлле. Колонизация Корнуэлла в силу его крайней экономической отсталости, единственной развитой отраслью экономики оставалась добыча олова, происходила очень медленно. В 1497 году корцы, возмущенные новым налогом, подняли восстание. Полвека спустя и в ходе английской реформации население полуострова в 1549 году снова восстало против ведения богослужения на английском языке, которого многие корнцы не знали. Восстание было подавлено, однако спустя столетия Корнуэлл снова выступил против центральной власти, поддержав свергнутого короля Карла I. В ходе боевых действий английской революции Корнуэлл был разорен. К концу столетия корнский язык был замещен английским. А к началу XIX века фактически исчез из разговорной речи. В наше время предпринимаются попытки возрождения корнского языка. Из полумиллионного населения полуострова на нем говорят только 300-400 человек. К концу 1990-х годов прекратила свою работу горнодобывающая промышленность Корнуэлла, ставшая нерентабельной. Это привело к экономическому кризису в регионе. Уровень жизни в нем ниже среднестатистического по Великобритании. Тем не менее, в регионе активно развивается туризм, прежде всего внутренний. В Корнуэлле имеет место корнский национализм. Ведущей национальной силой являются сыны Корнуэлла. Существует также крайне правая корнская националистическая партия. Националисты стремятся к признанию Великобритании некоторой формы автономии в Корнуэлле. В начале 21 века, согласно опросам, создание автономного парламента поддерживали около половины жителей.
Hi. Тут парень с девушкой рыбу ловили. Парня даже что-то клюнуло. Он вот тянул что-то, какую-то рыбину, но она у него оборвалась. Какая трагедия. Сорвалась. А кому пингвинов по 5 фунтов? Ну и где море? Где что? Сплошной туман. Холидей называется. Где гостиница? Ничего не видно. Обалдеть. Просто обалдеть. Море скрылось. Может быть, завтра будет солнце. А завтра мы прогуляемся по тому месту, где Битлз снимали свой фильм в 1967 году. Так что продолжение будет.